Ну вот, закончили строительство рамы. Делали из тонкого материала, усиливая косынками. Будет стоять коробка от переднеприводного автомобиля. И с приводами. Ступицы сделали съемные, чтобы можно было поменять пыльники. Рама обычная, мотоциклетная, лишь планета. Завтра начнем делать вилку. Будет болотоход. 24 скорости. 20 вперед, 4 назад. Он будет ехать как 1 км в час, так и 100 км.